Ну, нам нужен, вот ты как сейчас мы с тобой просто по сути разговариваем, как с потенциальным человеком, который был бы топ-менеджером по стартапам. То есть мы готовы платить зарплату человеку, который себя покажет. Вот, допустим, ты говоришь, Юр, давай мне там, там 2 недели испытательного срока, я там найду 2 стартапа, которые там заключат с нами договора. Я мог. Ну, у нас же есть такая практика, то есть вот сейчас мы взяли. Ну, да, то есть тогда вопрос такой, да. Ну, наши услуги, то есть либо поиск для них, поиск ментора, да, вот я сказал, оно стоит столько-то денег, там, помощь в адаптации, помощь в визах кому-то нужно, кому-то, может быть, надо здесь открыть компанию, кому-то надо выйти на Kickstarter. Ну, у нас много услуг для стартапов, и вот что-то, может быть, кому-то полный спектр нужен услуг, кому-то какая-то базовая услуга одна, вот так вот. Расчет с человеком, который этого нашел, эти услуги? Да, 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 то есть, грубо говоря, там совершил сделку, сделал какие-то сделки. Ну, мы рассчитывали на 20% платить. Это 20% комиссии и еще зарплату поставить. Зарплата обсуждаемая. То есть, как, если мне человек скажет, слушай, я тебе могу принести 10 денег, как бы, да, в месяц дополнительно. Ну, я хочу там 3 зарплату и 20%. Ну, посчитаем. Ну, я с воздуха сейчас назвал просто. Ну, мы просто посчитаем наши затраты. Понятно. Да. Ну, я тебе примерно сказал. Ну, примерно 1000 зарплата плюс 20%. Примерно. Так у меня в рекламе и указано. Ну, если человек говорит, я не хочу 1000, я хочу 2, но я тебе точно сделаю столько-то денег. Ну, у меня как бы американский подход. То есть, я когда-то сам тоже приходил на работу устраиваться, мне, когда я только приехал, там 3 месяца работал по найму, и мне человек, начальник тут, руководитель большого медиахолдинга, сказал мне вот такую вещь, сколько ты, первый вопрос, сколько ты денег мне принесешь? Вот. Я говорю, ну я хотел бы зарплату, говорит, у нас так не принято, сколько ты денег мне принесешь? Он меня опять спросил. Я говорю, ну я хотел бы зарплату, он говорит, окей, все, до свидания. Потом я к нему пришел, говорю, я тебе принесу столько-то денег. Вот. И он сказал, я тебе столько-то денег с этого оплачу. Часть будет зарплатой, часть будет процентом. Вот так. Так, ну понятно. Угу. Ну, хорошо. Значит, пишите мне, пожалуйста, ссылку на сайт, чтобы у меня была она. World Startup. Заходи на наш сайт, на Русскую Америку, в раздел инвестирования и поиск инвесторов раздел. Там есть ссылка worldstartup.net. Нашел? Там такой сайт с картинкой красивая, Нью-Йорка. Да я был там, я просто забыл, как он называется. Да. Все, хорошо, ладно, тогда я подумаю, как это все организовать, да, я еще напишу. Хорошо, давайте, пока.